Привет всем! Вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня на обзоре необычная такая игрушка. А, в принципе, головоломкой можно ее назвать. Ну, тут написано пазлы, типа, да? А, монстерская экспедиция или экспедиция монстров. А, познавательная игрушка. Сейчас с ней познакомимся, все поймете. Итак, у нас есть монстр. Ну, или кто-то такой похожий, в общем, непонятно, кто это вообще. А, и мы будем им путешествовать. Путешествовать будем по разным островам, но не все так просто. Во-первых, нужно как-то перебраться с одного острова на другой. Смотрите, срубили мы дерево, типа, да, свалили, и можем перейти на следующий остров. Пока мы это не сделаем, соответственно, дальше пойти не сможем. Так, здесь что у нас? Какой-то песок. Можем его... Никак ничего с ним сделать не можем. Так, есть у нас дерево. Можем пройти. Можем дерево свалить в воду. И пройти на следующий остров. А, так, отменить действие это Z. Сбросить остров R. Так, Z, R нужно запоминать. Оглядеться Shift. То есть можно вот, видите, картину увидеть как бы общую такую. Так, сбросить остров R, отменить действие Z. Интересно. А, вот видите, типа я пошел назад, да? Допустим, сбросил я дерево, ну, срубил. Раз, вернул, типа, его. Так, смотрите, тут у нас, типа, какой-то замок. Ага, не замок, музей. Человеческий музей, модель в масштабе. А люди предпочитали размещать свои музеи в помещениях. Ага, не сказал самое главное. То есть в этом путешествии этого монстрика... мы узнаем что-то о человечестве вообще. Ну, типа такую, как своеобразную историю. Итак, вначале монстры этого не понимали, особенно учитывая количество пыли, от которого мы спасаемся, оставляя предметы снаружи. Недавно эксперты предположили, что содержание предметов в помещениях было результатом усилий англоземцев по сокрытию и хранению среди музейных экспонатов украденного имущества. Вообще, мы находимся в вымышленной стране под названием Англяндия, типа такого. Так, видите, нам нужно перебраться на следующий остров. Для этого рубим опять деревяшку. И берем, катим ее вот так, да? Ага, видите, как она перекатывается. Если ее вертикально покатить, вот она катится до упора. А если так, вот только на одну клеточку. Супер, перешли дальше. Так, у нас есть опять деревяшка. Но если мы ее покатим, в общем, прямо... Она, получается, укатится в воду. И ничего мы с ней сделать не сможем. Как же быть? Интересно. Уже первые такие запарки. А, вот же, тю. Я думал, она укатится. Тогда все просто. Пока все просто. Не нужно запоминать вот эти вот клавиши. Они постоянно, оказывается, у нас там есть. Так, следующее какое-то строение. А, постамент. А людям нравилось помещать предметы на ящики, которые назывались постаментами. А сперва эксперты монстров не знали причину этого, но потом прохожие стали считать экспонаты без постамента потерянной собственностью и передавать их в справочную службу. Оказалось, постаменты очень важны. Ха? А как дальше пойти? Нужно... Во-первых, нужно в направлении срубить дерево, да? Теперь нужно его покатить. Вот так переставить. И тут дальше все дело. Ага, нет, теперь обратно нужно, видите? Иначе бы оно укатилось неправильно. Мы бы не смогли перейти. Тут у нас уже два дерева и два острова, вы поняли? Нам нужно и на один, и на другой. Поэтому... Причем, скорее всего, пока я не пойму, какой последовательности. Давайте сделаем вот так. Ага, видите, не получится. Неправильно я его срубил. То есть можно вернуть все назад. Блин, опять не так. То есть вот так его можно срубить. Смотрите, опа. И вот так его покатить на тот остров, да? Отлично. А это сюда. Супер. Ну давайте пойдем пока сюда. А там другие острова. Я понял. Здесь нас ничего не ждет, поэтому пока сходим вот сюда, налево.
и там тоже есть другой остров. Интересно. Видите, сколько их много. Так, грамота какая-то, да? А, сертификат качества. Ладно, это не человеческий экспонат, но наш музей выиграл премию Monsters Travel Award. Посмотрите, а еще был трофей, но его уронили и кусочек от него откололся. Поэтому он спрятан в шкафу в главном офисе. А зато сертификат просто отличный. То есть это страна как бы монстров. Нам, получается, нужно сюда. И мы типа изучаем... Нет, не так, подождите. Неправильно. Значит, сюда нужно, да? Тоже неправильно. Блин. А как же нужно тогда? О, дилемма. А, все, понял. Пока не так сложно, но дальше обещали, что будет еще сложнее. Так, вот мы так не можем даже перейти. Нужно обходить, типа, вот. А, тоже есть одно дерево, камнем пока трогать не можем. Получается, что нам? Так. А, ну тут. Ага, видите? Сбросить остров. Так, не пойдет. Как же быть? Вариантов всего два. Так тоже не пойдет. Может, нам нужно зайти с той стороны как-то, я не знаю. Скорее всего, я не пойму. Блин, не-не-не, подождите, не сбросить, вот. А, он его так не перекидывает. Зато я могу перейти. А, я ж могу перейти по нему, я не думал. Ну, не знал в смысле. Оп, отлично. Вот видите, пока так вроде бы все не сложно, но потихоньку-потихоньку где-то там чего-то начинаются какие-то сложности. Так, а я могу попробовать здесь что сделать? Ага. Так не пойдет, смотрите. Видите, неправильно. Поэтому я просто возвращаю пока. Так тоже, скорее всего, не получится. Он никуда не укатится. Ого. Маленький такой секрет. А, могу его... Вы поняли? Я могу его так поставить, да? Хоть и срубил обратно. Ха. Что бы это мне дало, еще знать бы. А, я пока не знаю. Блин. Реально не знаю. Нет, никак. Видите, укатилось. Ладно, сбрасываю остров пока. Давайте я пока возвращусь на другие. Может быть, там просто как-то что-то где-то. Вот я здесь еще не был. Давайте осмотрюсь. Да, вон там другие эти острова. Может, я могу отсюда сюда попасть? Опачки. Рюкзак на постаменте. А человеческий рюкзак. А человеческие рюкзаки очень похожи на рюкзаки монстров, но если открыть один из них, то можно увидеть, что внутри он того же размера, что и снаружи. Это наводит на мысль, что люди так и не освоили базовую теорию проектирования пространства. То есть, это типа, наверное, люди как вымерли, типа, да, а монстры после них появились, и они делают раскопки, и как бы вот изучают типа людей, да? Тут тоже что-то не так, подождите. А как так? Может так как-то сделать? Оп, перекати поле, да? А так я не смогу пройти. Блин. Ого. А, я ж могу вот сюда пройти. Тю. А теперь, видите, вообще не сложно. Нет, сложно. Ой-ой-ой. Странно. Тихо. Это уже было. Стоп, что-то я не то, наверное, сделал. Так, можно его толкать? Можно. Блин, не понимаю я пока. Вот видите, уже и сложности появились. А если сюда? А, я могу перейти. Вот так его перекатить. Но обратно я не смогу его никак уже сделать, да? Видите? Никак. Так что возвращаю. Ого, так даже можно.
Но мне это ничего не даст. Ха? Странно, подождите. Вот так вот оно просто уплывет, видите? Никак я так не перейду. Во дела. Давайте сброшу, я не знаю, остров. Так, ну по идее, мне типа прочитать это нужно, но я прочитал, допустим. А что я могу сделать здесь? Сюда? Не вариант. Может сразу сюда? Не вариант, наверное. Ничего я не могу с ним сделать. Только вот сюда, как и первый раз. Как же мне его развернуть-то? Может так как-то нужно, я не знаю. О, вот, догадался, видите? Через тернии к звездам. Прикольная игруха. А, так, тут что, так все просто? Прикол. Ага, видите? А интересно, я могу одну деревяшку... Нет, я не могу. Ладно. Ой. Прикольно. Что это? Клавиша пробел переместиться куда-нибудь, да? Это типа телепорт. А куда я могу переместиться? А, видите, вот огромные какие карты. Могу перемещаться вот в разные места, где есть такие же штуки, да? Ха, класс. Так, ладно. Можно пойти дальше, типа. А здесь куча деревяшек. И смотрите, получается как бы одна лишняя, да? Или нет? Может мне она и нужна? Потому что по идее-то должно здесь... Хватать всего. Я могу перейти. Ай, нет, не так. Так я не смогу ничего сделать. Блин. Подвинься, эй ты. Странно. Значит, мне эту деревяшку нужно оставить в покое вот так вот. А теперь сюда. А теперь сюда. Не-а. Неправильно, видите? Как же тут быть? Так, интересно. Можно скинуть на другую сторону. А можно пока просто пойти... Ой-ой, стоп, 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 стоп. А интересно, а пенек, она останавливается вообще? А, я сюда, видите, не перекину. Блин. Вот дела. Ну это хоть нормально? Да, нормально. Так, очередные заморочки. Прикольно. Что это? А праздничная ложь. А празднующие люди любили посыпать фотографии, которые сделали не они, а людям посылать, а которые им не нравились, утверждая, что хотели бы, чтобы те другие были рядом. Примечание. Не отправляйте этот экспонат по почте монстров, а репродукция праздничной лжи доступна в сувенирном магазине. Ой, тихо. Так. Ха, интересно. Вообще не пойму ничего. Как здесь быть? Тут же никак не перейдешь на следующий остров. Видите? Камни по-прежнему нельзя сбить. Допустим. Вот так. Покатили, покатили. И что мне это даст? А, можно аж два бревна. Все. Только теперь нужно мне вот так сделать. И вот так. И второе дальше катить. Все. А я думал, что оно плывет. Ой. А, плот. Вы поняли? Плот. Обалдеть. Обалдеть. То есть я могу уже передвигаться с помощью плотов. А вот это уже интересно. То есть я открыл для себя плот. Может здесь там нужно тоже, кстати, плот сделать можно будет. Да. Это именно то, что от меня здесь и требуется. Смотрите. Раз. Ага, нет, не могу. Ну а с другой стороны, по идее,
Могу. Блин. Ай! Нет, не могу. Хотя плот сделался, но видите, я никуда не могу отправиться. Блин. А могу я этот остров сбросить? Подождите. Я-то его сбросил. Но вот получается... Нормально. Нижний, в принципе, остался такой вот, да, как и был. Как же быть здесь? Мне нужен плот, но нужен он мне не там. А ну-ка. О, вообще не могу пройти теперь. А ну-ка. Еще вот. Блин, думай, думай, что делать? Вообще не приложу ума. Ладно, пока давайте я отсюда пойду. Вот там дерево, как к нему добраться, не знаю. Мне бы как-то сюда деревяшку одну перекатить. А, она не перекатится, она, наверное, упадет, и даже если ее как-то доставить, и сделает плод, да? Так, а там еще острова, на них я пока не могу никак попасть. В будущем, значит. Ха? Нужно подумать теперь, как здесь быть. Я так и не придумал. Такая серьезная головоломка. Как-то может ее развернуть, типа, я не знаю. О, я ж это уже знаю, да, видите? Вот, вот что значит опыт. То есть уже я смог это сделать, в принципе, не парясь. А знак очередь. А англоземские люди любили стоять в очередях. Мы не знаем точную причину, но эксперты монстров предполагают, что нахождение на улице в течение долгого периода времени тесно связано с ярой заинтересованностью в текущей погоде. Да, так, ладно. Хотя я думал, здесь надо будет бревно. Все, эту часть я уже полностью прошел, я так понимаю. Могу осмотреть ее, кстати, да? Вот, видите? А, там по центру вот островок остался. А я его не исследовал. Блин. А ну-ка. А я бы сюда никак деревяшку не положил бы, да? Ладно, значит, в будущем можно будет добраться как-то. То есть я могу прийти на любой остров, в принципе, вот на любой абсолютно. А сбросить его... И попытаться вот на другой направить, да? Вот здесь сюда никак. Нет, я на тот остров в центре никак бы не смог добраться. На те боковые, которые справа тоже. То есть это значит будущее... Ну, в будущем как бы задача моя будет такая. Так, что у меня... Ой, тихо, назад. Что у меня здесь не получалось? А, у меня там все получалось, просто я вот пошел вниз, да? Так, две деревяшки. Две деревяшки, скорее всего. Из них нужно тоже делать плод, да? Опа! Оп! Плотик. Ха, класс. А там, видите, какие-то большие деревья у нас в соседнем острове. А, столбы и веревки. А еще одна хитрость в человеческих музеях. Если поставить вокруг экспоната металлические опоры, посетители... продолжит подходить ближе и тыкать в него пальцами. Но, если соединить опоры бархатной веревкой, появляется невидимая стена, и экспонат находится в полной безопасности. Ай, блин, да, чувство юмора, конечно, есть. Так, тут одна деревяшка. А вот здесь, скорее всего, мне нужно... Что же мне здесь нужно? Я пока сам не знаю, что мне здесь нужно. Как-то вот, наверное... толкнуть. Типа вот так, да? Ой. Теперь вот так. И вот так. Оп. Уже плот сделался. А там мельница. Вообще обалденно. А, табличка.
Табличка – одна из последних обнаруженных экспертами монстров хитростей в человеческих музеях, а любая информация на табличке ощущалась людьми правдивее, даже если это были просто предположения. Исследователи все еще пытаются определить, так ли это для монстров. Так, ну тут, в принципе, все просто. Есть острова, видите, совсем такие проходные, простые. А есть вот сложные. Так, смотрите, тут вариантов нет, только так вот. Раз. А, видите, здесь, получается, нужно на соседнюю часть вот перебраться только вот с помощью плота, который я делаю на одном острове. Вот уже. А теперь вот интересно. Ага, подождите. Что-то я не так сделал. А как же это забыть? Не знаю. Не пойму, подождите. Никак, не-не-не. Что-то я не так, значит, сделал. Могу сбросить этот остров. Вот я типа пришел сюда. А я не могу никак перелазить, нет. А если сразу вот так как-то сделать, то я их не толкну, да? А, толкнул. Это ж ничего не поменяло. Я не помню, как туда перебраться. Никак их разобрать нельзя. Если сюда, я никак не смогу потом, видите. В другую сторону я толкнуть не могу. А, я ж могу сюда. Тю, блин, я ж могу с него спрыгнуть. О, что-то я совсем... Обалдеть, слушайте. Можно отталкиваться. Ничего себе. А я вернусь? Что это? Это я типа прошел видение или что вообще, я не пойму. Класс, смотрите. Куда-то я, в общем, пропал. Супер. Я уверен, что я туда еще вернусь, как бы. Я уже думал чуть раньше обзор завершать. Но вот теперь, наверное, самое логичное время для этого, да? Другие деревья, как бы там, вон, какие-то карусели оставшиеся и так далее. Прикольная игруха такая, именно головоломка, я не знаю. Но мне она очень понравилась. Она совсем там маленькая по размеру, там сделана независимой студией таких энтузиастов. Если она понравилась и вам, то вот, надеюсь, вы поддержите это видео своим лайком. Будет ваша поддержка, комментарии, продолжу обзор, как бы не будет, ну что ж, оставлю на одном обзоре. Так что, друзья, пальцы вверх и оставайтесь с нами. Также не забывайте советовать другие интересные игры для обзора. Пока-пока. Ну,